Перед началом учебного года сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность в школах Дагестана. О проделанной работе журналистам рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Дагестану Эльдар Хамумов. За этот год ведомство выявило более 500 нарушений пожарной безопасности в образовательных учреждениях региона. Основные причины – это отсутствие или неисправность системы пожарной сигнализации, нарушение требований эксплуатации электрооборудования, нехватка воды и гидрантов для тушения. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Отмечу, за прошлый учебный год в Дагестане одна школа сгорела, а в 7 возгорания ликвидировали. Более 200 школ у нас в республике, это 4 и 5 степени огнестойкости. То есть сами конструкции выполнены из деревянных строительных материалов, которые вызывают опасения. Ну, там уже приходится принимать комплекс, как я сказал, компенсирующих мероприятий. Где-то уменьшаем количество пребываний детей в тех или иных помещениях, где-то рекомендуем дополнительный выход выставить.